Исторические кадры. Древняя рыболовная снасть. Бредень называется. Прежде чем поймать, надо картошку почистить с морковкой. Вика, морковку я-то умею чистить, только не нахуй. А чем? Зубами? Нет, это вот такой щеточкой. А, щеточкой? Ну это модно как-то. Надо ножом. Ну ножом я могу. На голову? Кстати, на голову можно. На, возьми эту самую мою кепку, хочешь? Да у тебя нет, что это я твою кепку? Давай, что это? Ну что, вскрытие? Как говорится, вскрытие покажет. Красота-то неописуемая. Ляпота. Теперь бы это вынуть, не сломать бы. А, ты вон как подвесил. Так это, может, бумагу принесите? Ну, попробую донести все-таки туда. Пересохло? Нет, просто вареная. Может быть, охладить, потом развернется. А, она скрючена. Так они, конечно, только прокоптились. Но половина попадала. Огонь большой? Нет, просто не выдержали. Вот видишь, это твои глаза не выдержали. Ну это же вы выдержали. Ну, выдержала, а остальные не выдержали. Окушки такие прикольные получились, смотри. О, красиво какая, смотри. Смотри, какая красивая. А, ну встань повыше, нормально. А запах. Разверни. О, о. Запах сплетен, кино и телевидение. На, во вторую руку. Сейчас. Это ж чудо какое. Что-то попадало, что-то не попадало. Тут прикипело, да? Сильно. Второго интересно. Нет, не второго. Блин, вот это надо снять. Ну ничего, так тоже. Это кочережка. Тихо, 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 тихо. Блин. Горячая, очень ломкая. Сака из нее течет. Течет. Ох, как. Ой, а запах-то какой. Ой, вкусно. Ой, вкуснятина какая. К сожалению, камера запах не передает. Вкуснятина-то какая. Ну, ничего. Товарно достаточно. Так, вот тут нам совсем приклеилось.